Здравствуйте, ну что, открываем сегодня наш весенний сезон, да? Открываем? Ну, потеплело, надо Да. порядок. Видите, там у нас уже вон ревизор. Вон, Ревизор. прилетел, уже ковыряется. Ну да. Уже Тут ревизор. хочет Тык-тык-тык. отдыбить. Да-да-да. Ну а мы вышли, будем прибираться потихонечку. Пойдем на подъездную дорогу. Я хочу здесь Там сначала. подметем. Да, ну Там. пойдем. Поздоровайся со всеми. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, мы были в прошлую неделю, вот, в Аби. Смотрели новые фильтры. Остановились на этих двух. Потом думали-думали. Наш бассейн вы знаете. Вот. Наш не справляется. Сейчас сезон начнется, надо чистить воду. В общем, остановились мы вот на этом. Завтра надо будет поехать купить, да? Он как раз, наш метраж, до 40 тысяч литров. Вот этот был с морской солью. Но нам сразу предупредили, сказали, нас предупредили, что все металлические штучки будут, конечно, некрасивенькими больше после соли. Ну да, будут окисляться будут. И будут, конечно, неприглядно выглядеть. Поэтому, конечно, он стоил вон 700 евро. Сейчас была скидка. Но мы остановились на старом проверенном методе. Как всегда. Тем более у нас все штучки эти есть. Вот так вот. Завтра надо будет съездить, забрать, да? Подушечки надо будет вытащить потихонечку. Тут у меня не, уже еще это, рано. Да? Будет дождь, будет сыр, и пока еще рановато. Ну, пойдемте. Сейчас пойдем. Так, ты мои перчатки взял? Нет. А что ты мои перчатки не взял? Мои перчатки. Шансовый, да, у меня тут свое. Да, вот, пойдем. О, сосед пришла. Алло, Малис. Вот. Так что пошли мы работать. Мы уже пол этого мешочка, да, набили. Да, вот эту пака сейчас мастерик. А мне вон, я вот тут вот развлекаюсь. Вон, малюсенькую вон только эту разгребла. А мне еще вот это вот все. Вот мои. Клумбу надо приводить в человеческий вид. Что будем вот с этим делом делать, а? Спасали мы его, спасали в прошлом году, ты слышишь? А? Посмотрим, если что, выкорчи. Жалко, но места много. Большой, ну. Да. Жалко у пчелки, а что делать, если ну, сейчас... Да. Толку не будет, да, что? Посмотри, как говорится, оно все здесь почекрыжено. Да, конечно, они его ели страшным делом. Люди вон тут вообще, видела, все сразу, выгребали. Да, да. Вот тут вот подмела лежа. Вот, я потом пылесосом пройдем, соберем. На, сетичку. Майн. Покосить надо, да. Да, все, тепло стало. Да, у нас сегодня 17 было плюс. Немножко, как говорится. Ну что, вот так. Будем заниматься. Дальше. Первый мешок в этом году у нас Начало готов. Есть. Ага. Сейчас утрамбуем немножко. Ага. Пойдем дальше мне на клумбу. Ну да, тут еще начать и кончить. Это, пойдем. Это первенец. Да, да. Таких сколько уже. Это да, это точно. Это, начать и кончить. Это точно. Тут вот еще надо все убрать. Да, ага. Угу. На борьбу, да, доча? Покажи мамины перчатки. Доча пришла, говорит, мама. Это твои перчатки. Говорит, давай меняться. Я говорю, дочь, это тоже мои перчатки. Ну, давай. Все мои, видите, еще с прошлого года. Никто не поспорит. Ну, вот мы здесь все. Там главное, уже... цветочки да. не трогать. Ну, ты что? Я тут все еще зерна так, подсадить. Это у нас нужный цветочек. Да, и это нужный цветочек. Я мне вот это вот убрать, вот там вот чуть-чуть. Вон я смотрю. И вот туда. Это вот вырви. Вот, вот, смотри, да, да, я там, вот это, да. Вот, колючка. Угу, колючку я вот и. Так, вот это убери мне, это Левинсен. Это как он по-русски-то? Левинсен.
Слышишь, как по-русски эти одуванчик полевой, Вова. Точно. И вон еще Левенсон. Когда мы тут ползаем, мы сразу Пауля вспоминаем. Он так любил Олежа. Тут только, да, малинка так, более-менее. Да. Тут я пригребла. Там ежевичка. Тут вот я пригребла чуть-чуть. Вот. Да, надо. Это первый наш, так сказать. Там граю. Вот все мои. Да какое это так вышли? Самое такое. Вот тут вот сейчас все пригребсти надо. Там вон мои цветочки. Вон. Ну, цветет. Вот тут вот я уже пригребла. Сейчас надо будет все еще вручную, потому что полезут ландыши. Они всю траву выбьют. Это уже не первый год. Конечно, вот это вот и геть смотрится. Ну ничего, сейчас пригребу. И будет хорошо. Но делами позаниматься надо будет. Надо, надо, надо. О, уже гортензия моя начинает. Ага. Да, распустился. А ты ту маленькую не выставила? Выставила уже. Или нет, не помню. Нет, не выставляла еще. А, вот это моя сейчас. Ой, зайчиков нету. Да, она цветет у меня. Понятно вам? Тут вот виноградик наш уже начал. Зато щавель. Вот так. Надо ага. Тут зеленый щит сделать. Обязательно. Кстати, у меня где-то это. Аккуратно, аккуратно мне. Ага. Так вот ее прицепи. Вот сюда. Вот сюда. Най, най, най. Ну зачем? Все, да? Нет. Что это? Все. Я попадчик рыжий, ты не переживай. Угу. Так, второй кустик ничего. Этот. Слава богу. Любаш, нам надо оставить две лозы. То есть одна, которая в сторону уходит, или которая. Ну, это по ним ты. Я тут вообще никак. Вот это у меня нормальненькая. Ага. Там тоже надо. Там розы у меня лоза уже. Оттуда ага. Пошла, туда пошла. Ну, это ты с ними занимаешься. Мне вот кто вот это мне все приведет в порядок. И вон там еще. Так что вот так вот. Так, ну все, мы поработали. У мамы бонус, у папы тоже бонус. Мама с дочерью, да? Папа, кто твои бонусы? А? Вот бонус упал. А еще? Второй бонус где-то там дома. А третий? Третий бонус гулять пошла. А четвертый? Четвертый вот себе в наглую единоличница. Я знаешь, вообще тебе про Паулика спрашиваю. Налила себе фужер вина. Да. Говорит, а про мужа и не подумала. Почему? Да? Ты, я тебе и предложила. Совесть даже никак нет, ни в каком у меня месте не ее. Нет. Я тебе предложила. А хочешь винишко? В одиночестве или как это? Не. Он говорит, хочу, говорит, водочку и огурчик. Ну, водочку и огурчик надо под закусь. А я, простите, здесь я могу и так согреться. А это... Слушай, тоже... давай сауну сейчас. Пока у нас еще дешевый прайс. Сауну? Да. Включи. Там жарко. Конечно, жарко. Еще в сауне было холодно, дочь. Так что мы отдыхаем. Так вот, у нас красота. Посмотрим, сейчас решим. У нас тепло включил. Да будет свет, да, дочь? Да. Нравится? Сейчас мы небо погреем немножко. Да, воздух подгреем. За 20 штук. За что, папочка? За 20 штук. За бедный колесик, который крутится, крутится, крутится. Это четвертый. Я должен сейчас озвучить четвертый, да? За нас? А, за нас, да. Ну, да. А то я могу и озвучить. Не надо, это надо. Да, сюда смотришь. А на кого мне смотреть? А на кого мне еще смотреть? Ну, ну, я вон уже нагрелась. Чего она? Так не получится. Так, если ты сейчас мне ее уронишь и на стекло, ой, доча, тебе это не понравится. Поверь мне. Это никому нам не понравится. Придется новый глаз заказывать. Ну, страховку получим, да, папа? Да. Да что вы. Сегодня бештеллинг сделали, заказ. После что-то этого диетического супчика, хоть и с мясом, что-то мясо охот. Нам он привезли колу, как гратис, да, подарка. И вот такие вот два таких вот штучки вкусненькие. И три дёнера, да? Yeah. И все вместе сколько мы отдали? 40 евро. 40 евро, да. Так что нам приятного аппетита. Пойдем стройнеть.
как-то так очень скромно. Очень скромно, да, Анечка? Очень скромно. Так, ну ничего, останется. Лизаха вон тоже очень скромно. Да? Ну ладно. Приятного нам аппетита. Да. Да.